Каменный век, территория Ненецкого района представлен находками археологической экспедиции известного якутского археолога Ивана Васильевича Константинова, который обследовал реку Ленек от поселка Ленек почти до устья и реку Анабар до районного центра Сасклага. Здесь найдены различные образцы орудия, каменные орудия. Вот здесь, ну, у нас небольшой навор. Здесь в основном представлены отходы и заготовки каменной индустрии и фрагмент керамики неолитического времени, неолита. А также для обзора перед вами вот реконструкция глиняной посуды каменного века. Также на территории Оленевского района находится наиизученные наскальные рисунки святилища Себеки, который представляется и жертвенником, и питенцей. И находится от районного центра 210 километров по реке западный приток Аргасала. Себеки от эвенкийского дух переводится как дух хозяин земли, синоним священного. Также хорошо изучен наскальные рисунки писанца горы Тангралах. Это вот якутского божественный. Данный памятник писанца находится от районного центра верховья реки Оленек 320 километров на правом берегу. Здесь хорошо сохранились две антропоморфные фигуры. Вот здесь выступает верхняя часть туловища человека, одевшего на голову ритуальную маску с вырезами для глаз. Вторая фигура изображает шамана, одетого в обрядовый костюм. И раскинувшую руки при совершении камлани. На крутом скале на высоте 8-9 метров вот здесь локализовано вот так и изображение. Ну, это хронологически вот это писаница. Священные места Венка были созданы в 17-18 веках по хронологии вот, исследователей этих мест, архивов Ивана Деевича и архивов Никиты Деевича, которого они исследовали и научный оборот издали вот, изданиями.